Всем хай, с вами я, Одер, и у нас обновление в игре Last Day on Your Survival. Вышло обновление 1.7.8. Первое. Меняйся. Мы добавили возможность изменять облик вашего персонажа. Выбирайте форму и цвет волос, пол, тип кожи и бороду. Все, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность. Особая сделка. Это вторая. Иногда торговец может связаться с вами по радио и предложить интересную сделку. Он укажет, что требуется на обмен, останется только принести это в нужное место и получить заслуженный ящик с оружием. Изменение баланса третье. По вашим многочисленным просьбам мы увеличили шанс выпадения чистых ящиков на локациях, которые указаны на дискете с координатами. Тут имеется в виду то, что будут ящики с лутом появляться, а не зараженные, да? Так. Получается, меняется новый облик, женский персонаж. Потом, особая сделка, это мы сможем узнавать заранее то, что нужно торговцу. То есть нам не придется в два раза больше энергии тратить на то, чтобы отправиться к нему и обратно на базу. Где мы можем? В настройках. Ничего нету, окей. Tab. Редактировать. Ух, да, вот. Цвет кожи. Ну, давайте, наверное, самого темного выберем. Прическа у меня будет... Так, вот этот камень есть. Нет, я светлого, самого светлого лучше оставлю. Так. Нет, не это. Так, вот это как-то более-менее мне нравится. Нет. О, во, самое то. Так, борода. Хм, вот так, цвет волос. Так, давай. Нет. А русый какой-нибудь... Хм, седой. Это какой-то темный получается, вот это более светлый и... Ну, не знаю, какой цвет. Пускай белый остается и все. Принять. Так, ох, ё-моё. Где наш хвост? И давайте уже сразу протестируем девушку. Ох, ё-моё, какая она тут есть. Так, по причесочкам. Вот, давайте вот эту оставлю. Так. Лысая, ух. А мужик у нас лысый вроде бы не замечал. Так. Вот, вот это пускай будет. И другие. Ох, еще топку нот, да? Ох. Вот это вот прям похоже. Так, борода недоступна, окей. Эх, какие вкусы, да? Либо вот эту. Либо... Либо... Так, это я по кругу пошел, да? Либо эту. Пускай вот это остается. Принять. Ух, ё-моё, сразу перезагрузочка. Интересно. Давайте ее сразу протестируем. Будет очень интересно, вот. Кое-что надо сразу моментально проверить сходу. Так. Девушка с миниганом, давайте. Вот, наконец-то не лагает. Ох, нифига себе она такая идет. Давай, зажимай. Девушка с миниганом, да? Во-во-во-во-во-во-во. Вот как она выглядит. Шикарно. Давай вот так вот. Смотри на меня. Опа. А если вот так вот? Ну нет, нет, нет. Пускай лучше одета будет. Вот, остальное она, получается, просто без них будет. Так, Гуандао, я сказал. О. Ух, нифига себе, вы это видите? Кепку изменили. Остальное не сильно, а вот кепку изменили вообще. Пускай она у нас военная будет. Ох, какая девчонка, ё-моё. О, вот так вот норм.
Нет, с миниганом пускай будет. Прям фотосессия сплошная, ё-моё. На что я время трачу? Напишите вообще в комментариях. На пустоту или не на пустоту вообще? Я просто хочу прям изучить. Эти пиво надо протестировать. А то там секреты были. Так. Ну, я так и думал. Будто ее вырвало просто-напросто. Нежные создания, ё-моё. А эту мы повернем. Ёкарный бабай. Все, это гадость, гадость. Извиняюсь вообще за такое, но больше проверять не буду ничего такого. Так, надо радио еще заценить. О, теперь есть оповещание. Вот, смотрите, два. То есть, вот, первое, это... Торговец, есть кто живой? У меня на руках новая партия оружия, но товара мало. Согласиться. Тогда заключим сделку. Где тебя найти? Буду на обычном месте. Заходи с собой вот это. Каменный блок, 10 штук. Железный слиток, 5. Сосновая доска, 10. Кожа, 5. Так, вот наш, получается, торговец. Все необходимое мы взяли. Также я с собой, получается, 2 сета брони спецвойск взял. И скар, глок с магазином. И ракетницу. Она мне показалась, или она ручку от чоппера плохо держала? Что? Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так, обменять. Ящик получили. Можем отправляться сразу к бункеру. Итак, дорогие друзья, я зачистил проход до слепого охотника. И сейчас будем мочить этого слепого охотника с гранатомета. Также сгонял домой, потратил рис, взял с собой рисовые шарики, взял талоны, но боюсь, сегодня мы красные талоны не откроем. Ну давайте посмотрим, получится у нас или нет. Брони чуть-чуть еще. Ну и все, в принципе, да. Давайте, в принципе, активируем эти рисовые шарики. Так, да, все появилось. И идем наказывать нашего слепого охотника. У нас просто огонь штучка. Это девушка по имени Одер. Так. Она стонет. Но не слышно. И это плохо. Так, давайте какой урон. И посмотрим, какой крит будет. 71, 71, 71, 71. Ах, не даем установиться. Так. Я не посчитал, сколько выстрелов. 5 выстрелов, наверное, достаточно сделать, да? Раз, два, три, четыре, пять. Все, последний заход вообще. Слепой охотник вообще на изи сейчас. За несколько подходов. Надеюсь, мне выстрелов хватит. Вот Карл. Не хватило. Жесть просто. Вот талоны долгожданные. Давайте заценим дискету. Посмотрим, что с нее выпадет. Так. Забрать. Это все закинем. Все, дискета получена. Так, лес. Все, координаты получены. Так, мне нужен бензин, потому что у меня бензин на исходе, а энергии нету. Так что мы, пожалуй, ящики откроем. Открыть. Так, первый ящик давайте сразу откроем. Так, по бензинчику и по хилу есть, огнестрел есть. Так, также есть у нас еще вот этот ящик за желтые талоны. И в нем нам падает вилка. Неплохо. Так, бензинчик есть. Все. Больше мне ничего не нужно. Итак, смотрим, где наш лес. Лес, вот он. Нифига себе, как до него далеко. Энергии, надеюсь, хватит. И да. Я когда вышел, получается, ко входу у бункера, я заметил, что я бензин не взял. Мне пришлось еще в лобби бункера возвращаться, чтобы его взять. Бензина нам хватает, так что давайте еще заценим все-таки нашу дискету, посмотрим.
Ящик-то по-любому должен быть сейчас. Простой ящик, а не зараженный. Так, кстати, еще вечер, я не посмотрел на время. Ох, ё-моё, мы еще вонять начали. Ящик, вон он. Блин, они все агрятся сейчас, блин. А, у нас же повышенный урон. Да, еще 2 минуты. Так что можно всех расстреливать. Вот, с двух выстрелов, например. Просто на изи. Да, неразумная трата получается этого допинга, так скажем. Так, давайте заценим, что нам падает. Гранатомет. Оу, детка, да. Так, один сейчас бинт скрафтим. Так. Гранатомет. Потратил целый гранатомет. Возвратился с целым гранатометом. Так, неплохо вообще. Так. Стальная пластина, алюминиевые слитки. Так, не очень, не очень. Ну, краска и 204. 204 неплохо. Что тут вообще самодельно? Вот движки, гранатомет, медная руда, медный слиток, стальная пластина. Калашников. 204. Все, больше ничего. Так, а где мой чоппер? Чоппер тут. Тут тебе не здесь. Ох, как она моется-то. Смотрите. Блин, еще долго моется. Шкала уже прошла, она моется. Любительница помыться. Скорее всего, из-за музыки вы не слышали, как она стонет, но я хочу вам это показать. Итак, давайте я вам покажу, как она стонет. Все, я думаю... Вам, в принципе, достаточно. Да. Ну, если вам видео понравилось, ставьте лайк. Если вам видео не понравилось, ставьте дизлайк. Ну, а с вами был я, Одер. Всем удачи, всем пока. Увидимся в новых видео. Bye-bye.